Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Владленин Плей, и сегодня мы с вами чекнем новый трейлер нового пиксаровского мультфильма «Вперед». Он рассказывает о волшебном мире, из которого исчезло все волшебство, а все магические существа начали заниматься обыденными делами. Смотреть его вместе с нами будут Крис Пратт и Том Холланд, то есть актеры, которые озвучили двух главных персонажей. Не знаю, правда ли они его смотрели или нет, но свою реакцию они показали. Чё, кого интернет, сейчас мы посмотрим новый трейлер мультфильма «Вперед». Вперед. Поехали. Слышала, как британец. Да, неплохо. Да, нормально. 5 из 10. Спасибо за оценку. Ты его уже видел? Не, я тоже не видел. Этот трейлер был одобрен. Круто. Уже на будущее. Это здорово. Нас одобрили. Да, это круто. Это мультик Pixar. Обожаю. В далекие времена. Кентавры. Кентавры. Полон чудес и волшебства. Да. Но... Это снимали одним кадром, да? Я могучий воин. Доброе утро, мам. Выглядит круто. Это Джулия Луис Драйв, дамы и господа. Глянь на меня. Баф, дайте мне двух таких персонажей. Какой же я милашка. Он просто сказал, чтобы я... О, собака-дракон, между прочим. Будет больше 16 лет. О, не может быть! Ладно. Это ж волшебный посох. Батя волшебник, что? О, это так круто. Был бухгалтером. Это заклятие. Заклинание возвращения. На целый день батя вернется. Что? Вернется да. Обратно в жизни? Да это невозможно. Да это возможно. Вот этим. Я встречусь с папой. История игрушек. Обожаю. Что еще там от Pixar? Суперсемейка. Становится все труднее держать. Вау, да ладно. О, нет. О, нет. Смотрится потрясно. А, только ноги. О, я определенно помню папа. Только со второй частью тела. О, что ж я наделал? Вообще, как будто смоделировали мои глаза и вставили в этот мультфильм. Часа, чтобы вернуть его обратно. Это вообще не шутки, я когда-то жил в фургоне. Та-дам. Стой, серьезно? Да. О, это круто, батя. Ну, немножко. Я таким тебя и запомнил. Квест. Воу, что за... Да, единорогов прям хорошо отработали. У тебя есть проблемы, серая башка. Люди прям будут сходить с ума. Я уже схожу с ума. Да! У нас будут автомобильные погони, и мы будем валить это чудовище. Ты пришел в правильную таверну. Воу, не... Может, у нас кончился Бенз, но подача... Это моя любимая часть мультфильма. Заклятие роста. Увеличим поклажку, и Бенз внутри увеличится вместе с ней. Ну, поехали. Фокус. Локти выше. Я пытаюсь сосредоточиться. Фокус. Фокус. Да ладно, забудь об этом. Ха-ха, сработало. Баклажка огромная. И фургон огромный. И ты... Ох, блин. Ох, блин. Обожаю. Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис Дрейфус, Октавия Спенсер. Уже скоро! Еще раз глянем. Pixar, как всегда, удивляет своей анимацией и круто проработанным миром, и при этом, думаю, простеньким сюжетом. Ну а как будет на самом деле, мы с вами узнаем 4 марта 2020 года. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А если у вас есть свои предложения по новым роликам или озвучкам, то оставить вы их можете в моем паблике в специальном сборе, либо через Donut Alerts. Все ссылки в описании.